Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. У меня, ребята, почему-то в последнее время перестали обновляться квесты. Также я не могу открыть паки, потому что вот такую фигню пишет. И, в принципе, и все. Вот только вот если я переключаюсь на русский язык, сразу же все будет доступно. Сегодня я хочу, ну, попытаться, по крайней мере, дойти, ребята, до 37 ранга. С вашего позволения уж попытаемся. И мне дают 25 ранг. Дают мага. Так, ну что тут у нас? Ну, давай, наверное, оставим такую вот команду. Попробуем ей. Опа-на. А на что он рассчитывает, я не знаю, ребят. Давай сделаем так. Смотрим. Смотрим дальше, что он там будет вычутивать. Я тоже пропущу ход. Так, у него есть заклинание, 100%, ребят. Угу. У него есть заклинание, он разгоняется. Для чего? Чтобы сделать мне бобо. Верно? У него эврика была, прикинь. У него, друзья мои, была эврика. Так, что я тут могу сделать? Если честно, ничего особенного я сделать здесь не смогу. Могу только вот так вот попытаться сделать. Ну и все пока. Так, а далее что? Давай так попробуем сделать. Два дамага. Так, ребят, ну я могу здесь сделать вот так и вот так. У него куриные бега есть, друзья. Скорее всего, у него есть куриные бега. Нам нужно... нам нужно это перекрыть все. Как ты считаешь? Вырубаем. Ты понимаешь, да? Что я этого не позволю. Пускай применяет свои куриные бега. А, нет, нету. Я думал, есть. Так, бочку ставит. Так, мы ему нанесем 5 урона. Не нанесем, ребят. Не нанесем. Блин, два ландшафта. Давай так сделаем. И вот так. Заменяет. Так, ну я надеюсь, блок сработает же, да, друзья? Угу.
Ну и остается у него 4 хп. Но если мы с тобой сделаем, знаешь что? Вот так. Предположим, друзья мои. Плюс. Так. И вот так. Ну и прикроем задницу вот так. Куриные, я тебе говорил, что у него будут куриные бега, ребят. Давай так и так сделаем. Пускай применяет заклинание свое. Ну давай дальше. Что там применишь? Ничего не стал применять, ребят. Ну мы хильнемся. Но у него с картами, конечно, да. Карт у него намного больше, чем у меня. Давай я так поставлю. По-моему, все. Ты смотри. Нет, ребят, еще не все. Хотя... Я теперь знаю, ребят, что он все высунул. Так. Что мы можем здесь с тобой предпринять? Давай я сделаю так. Блин, я не то, ребят, сделал. Я тупанул немножко. И вот так. Я немножко тупанул. Мне надо было этого ставить. Я хотел убрать. Сейчас, подожди, минус 2 будет? Блин. Немножко не то. Ладно, фиг с ним. О! Все. По-моему, друзья мои, это все. Так. Это мы пока придержим. Ну, я не знаю, как он тут будет выкручиваться, если честно. Посмотрим сейчас. Серьезно? Давай глянем на его ходовочку. Серьезно? На.
скотобаза. Получился ее? Да, друзья мои. Разрулили здесь как никогда. Но это только начало. Ты думаешь, я до 37 ранга вот так вот легко подымусь? Нет. Не будет тут никакой легкости. Ржавый разряд. Тут еще, ребят, подходи. Тут еще, ребятушки, подхалим. Ладно, будем смотреть, что он там предпримет. Мне очень интересно. Я опять пропущу ход. А разгоняться будет парень или нет? Конечно, будет. Конечно, друзья мои, будет разгоняться, блин. Так. Хорошо. Хорошо, ребят. Соска, блин, закончилась. Твою налево. Иди сюда, заряжайся. Так, ну что, он тут притих, да? Он, ребят, притих. Давай смотреть. Ну, допустим. Что он там задумал? Интересно мне знать. У него камень наверняка есть, валун, ребят. Чтобы раздавить его, да? О-о-о, придурочный. Все? Может, его превратить в говно? Давай я его превращу. Вот такого хмыря. Ну, у него наверняка, ребят, валун, мне кажется, есть. Камень. Булыжник. Он не захотел. Ладно, давай сделаем так. Восемь хп. Че он, черт подери, там задумал, а? Давай так сделай, хрен с ним. Девять энергии, ребят, не знаю, либо телепорт, так и есть. Так, в лицо ему долби. Так. Ага, восстановить здоровье. Но этому не жить, понятно. Я не знаю, кого он сейчас поставит, правда. Понятно. Тун-тун-турун-тун-тун-тун-турун-тун-тун. Так, ну допустим. Давай заклинание применяй. Применяй заклинания свои.
Не стал. Глупо, да? Ребят, он не стал применять заклинание. Ну, пацан, ты заработал ровным счетом то, что ты заслужил. Я думал, что он применит заклинание. Ну да, мы ему бомбанем там в лицо две единички. Не... Подожди, а он что сделал вообще? Так он, по-моему, применил. Как мы ему лицо проверим? Эй, я уже, ребят, все, я уже веселый Роджер. Тан-тара-таран, Роджер. Да иди ты в пень. Я уже не соображаю. Уже коктейли налокался, будь здоров. Ну и что ты своим хмырем этим вылез? Спортивная колода, скорее всего. Ребята, у него будет. Чтобы сосочку, надо вот так вот тянуться. Мне пока здесь делать нечего, ребят. Вообще, от слова совсем. Сейчас, если он сумоиса поставит. Я, по-моему, здесь провтыкал, ребят, поединок. Я, по-моему, здесь провтыкал поединок, если честно. Что он хотел за 4? Вызвать этого шута горохового, который прокачан? Нет, призрака. Что же у тебя, гад, есть, а? Зачем я это сделал? Есть у него ярость? Есть у него ярость? Нет ярости? Нет, она, скорее всего, есть, ребят, но он ее для чего-то держит. Он ее для чего-то держит. Нахрена я так сделал? У него валун. Да почему не сработал-то, блин? Бесевые, друзья мои, надгробия. Еще валун есть у тебя? Нету. Ой. Двадцатый ранг. Давай я вот так сделаю. Ребят, я не знаю, у него может быть уничтожение 4,7. Не стал. Интересный вопрос.
У него защита полностью. У меня хрена не защита, да? Интересная игра получается. А вот что у него там? Уничтожит он его или нет? Не стал. Что за планки, парень? Что, черт подери, у тебя за план? Мне вот очень интересно, ребят, что он там думает. Что он там хочет вообще придумать. Какая у него комбинация. Так, ну раздавит, допустим, он. И все? Кого берет? Ты серьезно думаешь, что... Ладно. Ай, блин. Ай, друзья мои. Он решил прикрыться. Он решил прикрыться. Окей. Дальше какие твои планы? Угу. И это все. И это все, да? Да понятно, конечно. Я, честно говоря, думал, разгром будет здесь. Ну, разгромом. А тут получилось вафлогром. Просто вафлогром, ребят. Кстати, на самом деле, на этой неделе, вот на этих выходных, ребята, у меня должен был быть стрим с Илюхой, с Иллинойзом. Но Илья сдает проект, поэтому ничего не получилось у нас. Вот. И опять все откладывается, к сожалению. И к вашему, и к моему. Скажи, лучше бы ты этого не говорил, да? Не обнадежил. Я сам обнадежился, ребят. Ну, сдает человек проект. Ну... Все. Слушай, это не тот же ли самый чувак, а? Против нас играет. Будет он тратиться на него, нет? Да, мы что-то тут с тобой сейчас хорошо влупляем. Как думаешь, если я сейчас поставлю вот так вот, он не сможет нас уничтожить? Сумоист же у него. Я знаю, ребята, что в этой колоде должен быть сумоист у него. Я, правда, честно говоря, не очень люблю играть за разгрома именно на... Он успел все-таки поставить, да? На одного придется убрать. А второго нам придется с тобой или заморозить, или что там у нас получится. Если он даже прокачает его, мы сможем его превратить в говно в какой-нибудь. И ничего он сделать нам не сможет. Вот и все. Ну давай, давай, щеглазадый, бомби! У меня просто два монитора, ребят, я вот сюда смотрю и сюда. Как бы там у меня на ОБС-ке идет, а здесь идет у меня эфирчик, так скажем. Поэтому, когда я туда смотрю, а не вот туда, там у нас камера. Привет, ребят. Вот.
сдался. Таттер 3 сдался. Забираю свои слова обратно, ребят. Таттер не сдался. Как ты подумал? Так, будет могилу ставить или нет? Задумался парень. Дело в том, что я могу его уничтожить, поставив, например, перец и два хила. Но два хила не получится поставить, один хил. Либо же его превратить, либо же поставить... Или нифига не получается. Либо поставить нам... Как ее звать-то? Райская птица. Райская птица. На кого он поведется? На него, наверное? На мою райскую птичку? Ну давай, разгром, не томи. Не томи ты нас, не томи. Не томи ты нас, разгром. Ты достал уже нас всех просто в корень. Давай, засыха, ходи уже, еб твою медь. Достал ты уже в дюпель всех. Сруль Соломонович. Ну, я так и понял. Слабак. Это что сейчас было? Ребят, это что сейчас было? Я уже все, задушевную запел. А он, смотри, ну, райская птичка, ну что ты мне дал? Ну что ты мне дала, блин? Ладно, друзья мои. Шутки в сторону. Пора с ним заканчивать уже. Я думаю, ты понимаешь, какая комбинация сейчас светит. Тут даже дурачку понятно, что кукуруза будет с росточком. Однозначно, ребят, действуй здесь. Кукуруза, росточек. И... либо можно... Ну, засыха не стал. Ладно, я тогда сам сделаю. Баба! До свидания. Ну и что ты сделаешь сейчас? Ну что ты сделаешь сейчас, разгром? Ну, Таттер 3, блин. Стартер 3. Стартер 5. Давай, голубчик, я жду. У тебя 10 хп. 10 хп. Ты потратил свое сердечко. Все. Ты опять дуркуешь, да? Опять думаешь, что я поведусь на твои шутки? Я пока не вижу Флавос Виктори. О-о-о! Не, ребят, достойно то, что он вот принял удар. Достойно. Но недостойно то, что он очень долго сопли жевал. То есть я могу прикинуть, что ты думаешь, какую комбинацию сделать, как бы лучше сделать. Такое у меня тоже бывает практически до тайминга. Так, сяк, там, когда еще начинаешь нервничать, оп-оп-оп, а оно не получается, не хватает одной энергии. Но если ты уже просчитал, ну, будь добр. Твою мать, ну что это выпало? Ну что это выпало? Ну будь добр ты, сдайся. Ну сдайся ты заблаговременно. Ну пощади мое время, понимаешь? Пощади. Если свое не жалеешь, ну мое-то время пощади, блин. Время моих зрителей пожалей, блин. Хотя, ну, откуда знать, что мне смотрят зрители, согласись. Но все равно. Будь мужиком, не будь тряпкой, твою мать. Слушай, ребят, не нравится мне вот этот подход. Во-первых, у меня колода Г. Ну, я имею в виду рука говно.
выпало. Это раз, что я хочу отметить. Если он сейчас сумоиста выпустит, а он его выпустит, если это правильный ржавый разряд, на втором ходу у него будет сумоист, то мне будет хреново. Валун наверняка есть. Давай проверим. Просто, ребят, проверка. А что у него есть? У него есть валун. Понижение атаки, да? У него же есть. Ржавый разряд, ты меня бесишь. Неужели ты валун не взял? Я не поверю в это, чтобы ты не взял валун. Валун — это топ для тебя. Для тебя, как для класса, это топ должно быть. Это глупо. То, что ты не получишь урона, это не говорит о том, что я не получу дополнительную энергию. Это глупо. Ну, может быть, у него как-то определенная тактика. Я не знаю, друзья мои. Сейчас посмотрим на это все. Я особо здесь тоже, как ты видишь, не могу разгуляться. Я особо не могу разгуляться. Вот тут он, конечно, зря сделал это все. И чё? Давай. Я же могу сейчас заморозить. Что хочешь, могу с ним сделать. Минус 2-2 сделать ему. Там. У него будет могила, скорее всего. Гробокопатель. Ладно, посмотрим. Я не буду, ребят, забегать вперед. Росточка у меня ни одного нет. Я надеюсь, блок сработает. Извините, блок не сработал. К сожалению. Для меня, к сожалению, блок не сработал, друзья. Тупанул, да? Ну, ё-пэ-рэ-сэ-тэ, ну уже что-то, друзья мои, уже живем. Так, здесь будет сумоист, это я тебе 100% говорю. Это я тебе 100% говорю, поэтому можно сделать вот так. Сумоист, да, там? Он может этот цветочек поставить сюда. Значит, у него не то выпало, да? Хиляется. Ой, друзья. Ой, ой, ёпарасоте. Все, ребята, с этой картой. Вот с этой картой. Да, 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 да. Я понял тебя. Ну, что мы можем сделать? Ну, мы можем сделать с тобой вот так. Подожди секунду, подожди секунду. Подожди, подожди, не спеши, Рейчик. Не спеши, дорогой. Давай сделаем так.
И сделаем... И сделаем вот так. Хорош. Жалко, конечно, что в блок пробьем. Он сейчас может уничтожить меня. Либо райскую птицу, либо... Что он задумал, а? Я не понимаю его. Ой! Смотри, что, смотри, что мы сейчас сделаем с тобой. Так. Так. И вот так. Ну, это пока, ребят. Понятно, что он не пробьет. Вот этот парень не пробьет, этот тоже не пробьет. Но на следующем ходу ему крышка. Да не, не это все фигня. Мы до единички донесем ему урон. Смотрите теперь внимательно. У меня есть вот такой вот парень. Смотри, мы его ставим. Мы съедаем ему энергию. И ставим сюда. А, орех сюда перекатится, да? Ну, давай сюда перекатим, фиг с ним. И сделаем еще вот так. Нормально? Иди ты гуляй, Вася, блин. Райскую птицу бомбанет. А они... А чё? Что ж ты так, ржавый разрядик? Хлыщезадовский ты парень. Да, друзья мои, 37 ранг. Поехали дальше. Ух. Душевно. Я обычно, когда так говорю, душевно, я, знаешь, хорошо пошло. Как детки в школу. Херь какая-то выпала, блин. Детки в школу, блин. Дай чипсину захомячу. Да я пропускаю ход. Мне нечего пока ставить. Я на ноле. Друзья, что он задумал, а? Неожиданность прямо для меня какая-то, ребят. Фига себе. Шутник, однако. Вот здесь как раз кукуруза-то и нужна.
Разгоняется парень. Разгоняется. А у меня... Пипец, ребят. Да иди ты в пень. Бонусная атака. Ай, сейчас фейлится, ребят. Ой, сейчас фейлится. А, даже так. Я думал, что он будет бонусную делать. А, все-таки есть. Все-таки есть. Ну, погнали. Так, блин, почему я в блок ему попал, а? А у меня блок... Здоровский, ребят. А у меня блок не сработал, да? Значит, мне не надо блок срабатывать. Зашибись. Че я могу здесь поставить? На воду? Райскую птичку свою, блин. Хрен с ним, поставлю на воду. Тут прикроемся чисто с тобой. Давай смотреть. Кровожадность. На всех. Эй, блин, ну что, стоит ставить? Давай поставим. Птичка райская, дай мне что-нибудь хорошее. Друзья мои, отлично. Отлично. Блин, единственное, что мне не ставить никого. Все. Приплыл пацан. Ребят, пацан приплыл. Смотри внимательно. Бля, слушай, а если я сейчас в блок ему пробью? Нет. Никаких блоков. Ты меня понял, хлыщ? Никаких тебе Сусанин блоков. Блокировщик вшивый. Захотел чего, а? Паршивец несчастный. Папа Рэй знает, как наказывать таких супостатов. Ну это излишний. Это излишний, говорю, блин. Уже годится, ребят. Нептус. Блин, я 1000 лет не играл против Нептуси, друзья мои. Как думаешь, стоит поставить? Я, наверное, воздержусь. Зря, наверное. А вдруг у него не было осьминога? А вдруг у него не было осьминога, ты понимаешь? Давай пропустим. Мне этот парень не нужен. Что-то Нептус мне напоминает какой-то разгон. Или просто гон. Давай глянем. Опа! Вот это нежданчик, друзья. Вот это был нежданчик для меня, я серьезно говорю. Ты гляди, что вытворяет. Ёк-макарёк, ребята. Дело дрянь. Thank you.
дрянь, друзья мои, дело. Даже если я его выкину, что мне это даст? Понятно. На фризах, друзья. Ну, это фейл. Почему? Потому что у меня в колоде мало... Не то, что мало, вообще нету. Нету заморозочков могил. Давай так скажем. Ну, нету их у меня, друзья. К сожалению, блин. Их у меня нету. Ой, господи, раздохался Рэй, как старый пердун, блин. Ну, если он сейчас еще одного поставит, ну, это все, это крах. Пипец. Я сдаюсь, друзья мои. Нету могил. Могил нету, друзья. Здесь я без... Да в плане, блин. Я играю. И меня пинком... На нахер, иди отсюда, вшивый. Кстати, знаете, какой вкус охрененный? Яблоко алоэ. Ну я, ребят, не пропагандирую эту фигню. Это на самом деле бред, чушь полная, блин. Ну, приятный вкус. Тем более без никотиновая. Вот так вот поставим. Без никотиновая, друзья мои, фигня. Просто пар. Мы просто парим в облаках. Парим в облаках, как блаблакар. Ой, ой. Куда ты, Рэй, столько налил? Плешивый ты, несчастный. Так, ну я думаю, что ради одного партизана мне не стоит тут особо выеживаться. Как быстро контакты подгорают. Я думаю, здесь не стоит особо слишком выеживаться, ребят. Единственное, что проблема... Ну, давай сделаем так. Не, не буду я так, наверное, делать. Пускай наносит урон, фиг с ним. Он недостоин, чтобы на него тратить что-то. Ой. Смотри, как он держится за своего придурка этого. Прям зубами вцепился, да? Что за фокусы, ребят? А ну-ка. За выкрутаться, не пойму. Иди отсюда. Опа, опа, опачки, браток, гуляй лесом. Просто гуляй лесом, по-другому не скажешь. Давай.
Ты серьезно? Я думал, цветочек уничтожит, ребят. Да? Подожди. Что-то может быть такого у него. 3, 4. Хочу посмотреть просто. Кровожадность, да? Нет. Нет, ребят, не кровожадность, нихрена. Так. Окей. Кровожадность. Ой, не кровожадность, как она? Ну, ты понял. У него еще одна, ребят. Смотри, 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 что делает. Смотри, что делает. А блок, ты не забываешь, что есть такое слово блок? Конечно, он... Конечно, ребят, он не забывает. Ага. Так, а мы... А что мы теперь сделаем-то? Что мы теперь сделаем, друзья мои? Окей. Так. Наверное, глупо было сейчас с моей стороны, да, друзья? Твою мать. Давай применяй заклинание. Блин, ну не то, не то заклинание. Черт бы тебя побрал. Все, распетрушил, друзья. Надо было мне все-таки выставлять этого парня. А что дальше-то засал? Блин. Прикинь бы, сейчас вот сработал бы блок. А что бы я сделал бы в следующий раз бы? Да ни хрена бы не сделал бы. Я бы ни хренашечки бы не сделал бы. Просто. А хотелось бы наказать вшивого. Вшивого. Уйди отсюда, не нервируй меня, муля. Так, ну супермозг с надгробиями. 100%, ребята, я вам говорю, с надгробиями будет вшивый играть. И сейчас либо Эврика у него, либо еще что-нибудь там. Но он начнет сейчас дурачка-то валять. Либо добор двух карт. Я сомневаюсь, что он поставит сюда двух танцоров. Давай. Неоплату. Наоплата. Наоплата, блин. У меня совсем, ребята, все дерьмово. По руке. Просто. Просто дерьмище. Добор будешь? Разгоняться будешь? Они обычно разгоняются всегда. Ну, я имею в виду дополнительную энергию беру себе. Все дела. Но этот плешивый что-то не хочет, ребята, играть.
все думает, какую же мне, блин, стратегию придумать. Какую же мне, блин, придумать стратегию. Сволота-то поганая. Дай мне дожить только до Паттайи, и я тебе устрою, блин, райскую жизнь. Неужели этот хмырь ждет 11 энергии, чтобы вызвать 3 зомби? М? Это он? Ребята, по-моему, это он. Если я сейчас выставлю этого, да кого бы я ни выставил, он либо его сейчас раздавит своим фортепиано, либо ульем раздавит. Ну-ка, давай посмотрим. Неужели будет бомбу применять? Ракету. Да, ребята, применяет ракету. 4 в лицо плюс еще 4, 8. Восемь в лицо я получаю от него. Окей. А так что ты скажешь? Ничего он не скажет так. А теперь, ребят, моя пора играть. Все. Надо было сюда, конечно, ставить. Ладно, хрен с ним. Сидит и думает, да? Куда вляпался? Ну, думай, думай. Так. Ждем дальше твоих приключений. Так, ну это если что мы используем, да, 4 плюс 3 энергии. Я, наверное, сделаю. Я не буду, ребят, рисковать лишний раз. Давай смотреть. Танцоры. Ракета. Ну, ракета уничтожит здесь. И все, да? Это единственное, на что ему хватило мозгов. Давай дальше. Не могу. Но мы ему не дадим возможности использовать ракету, друзья мои, да? Верно же? Поехали. Вот он даже как. Убьешь же его, нет? До свидания. Ну и, наверное, все на этом. Как вы считаете, ребят, все или не все? Как думаешь, все или не все, а? У него телепорт, наверное, может быть. Телепорт.
Какой ты гений, а? Так, друзья, теперь кроме шуток. Восемь. Я надеюсь, нету какого-нибудь легкого заклинания. Нету. Все. Легкого заклинания у него не оказалось, друзья. За что он поплатился своей вшивой головой? Отлично. Сегодня такое, такая игра, ребята, чисто за розу. Роза бомбит. Роза бомбучая. Роза бомбучая. Слушай, не тот же самый. Не, блин, ребят. Это тот же самый выпал мне. Не, плата, блин. Прикинь. Но, по крайней мере, я знаю, что у него есть надгробие с танцовщицами. А тут он меня, наверное, победит. Он уже знает мою колоду. Он, наверное, сейчас такой смотрит. Блин, опять Рэй. Ёпарасоте. И он приблизительно, ребята, уже знает, что я могу поставить. Я, наверное, конечно, тупанул. Ладно, посмотрим. У меня есть вот этот цветочек, ребят. Но, блин, до него еще целый ход ждать. Можно было бы, конечно, не получать урон вообще никакой. Ага, видишь, потратил. Ребят, потратил Эврику. Все-таки он перестраховался. Угу. Давай я так сделаю. Дело. Но он же ракету все равно применит, ведь согласись. Давай так сделай. Хрен с ним. Пускай убивает. Та же самая, ребят, колода, один в один. Дело в том, что на следующем ходу я ничего не смогу сделать. Он может даже в лицо мне бомбануть. Да и то было бы, наверное, выгоднее ему. 4 в лицо и 8. 10 хп у меня бы осталось. Я не знаю, что он там мутит. Мутки у него свои определенные. Если я этого поставлю, он его зашкварчит. Он же его уничтожит, ребят. Давай сделаем так. Другого варианта просто пока не видел.
Он же знает, что у меня есть патиссоны, да? Он ведь, гад, знает, что у меня есть патиссоны. Так, друзья, 2,8 надо. Окей. Энергию я сожру. Мне это не нравится. Что у него там может быть, а? Проверим. Нету ничего, слава богу. По-моему, все, парень, доигрался. Да, доигрался. А это тебе не поможет. Это тебе не поможет. Это тебе не поможет. Даже не думай об этом. Ой, придурок ты полный. Ой, сори, друзья мои, сори. О чем и речь, ребятулечки? О чем и речь была? Ну, опять же, ребята, я вам скажу правду. Здесь рандом. Если тебе идет в руку карты, которые тебе нужны, которые ты рассчитываешь, то само собой... Так, ребята, технически какие-то неувязки. Закрылась игра. Ни с того, ни с сего. Вообще, просто закрылось все. Так что... Так что вот так вот. Ну, я-то здесь. Ну и кто? Да ёк-макарёк, вы достали меня вот этими своими... Своими прищелыгами вот этими вот. Щеглазадами, так скажем. Как-то это... Шаромыжники, ёп-парасоте. Давай смотреть... Ну, а что делать, ребят? Шаромыжник, он в Африке шаромыжник. Если ему вот... Вот всегда хорошо, когда ему выпадает либо добор карт, либо эврика. Прям вот блаженство. Я ничего не буду делать. Пускай он там... Разгоняется, понятное дело. Щеглазадый. Он имеет преимущество передо мной сейчас, в данный момент. Вылез. Ну давай посмотрим, что он там сделает. Угу, две карты взял. Так. Давай сделаем так. И вот так. А там уже посмотрим, блядь, что он будет предпринимать. На заклинаниях. Это, ребята, куробойщик. 100% тебе говорю.
Ну и славненько, что нам выпал здесь гриб. Красоте. Ну, хотя бы два в лицо мы зарядим. Тоже приятно. Ой, фига он там нахапал. Щи глаза, дыщи глаза. Смотри, телепорт что ли у тебя есть? Понял. Вот так даже. Вообще шикарно. У тебя набор карт есть? Дальше. Жесть, у него ракета есть, а? Проверим. Прикинь? Неожиданно, если честно, ребята. Собакин хрен, а? Что-то чудит, ребят. Конечно, танцоры. И они там, где надо, встали. Слушай, а у него будет, интересно, этот пентюх или нет? Будет. Ну а что я могу сделать, ребят? Ну вот так вот, вот получилось. Как получилось. Вот он что и гнался за заклинаниями. Лишь бы заклинания свои вшивые. А у меня, как видишь, ни одного этого не было. Патиссона нету. Получи в лицо. Что я могу сказать? Ну нет патиссона, ёпарасоте. Что я могу сделать, ребят? Ну нет его, блин. Нету патиссона. Ты чурка уругвайская, иди отсюда нахрен. Заколебает, блин. Всех. Я не знаю, кто там у него или что там у него. Давай так сделаем и вот так. Красавчик.
Давай, следующий. Молодчага. Ну, в лицо, да, в лицо получил, ребят. А что делать? На. Хорошо. Такс. Ну что, ребята, выкидываем этого хламала, да? Или как? А, мы не выкинем. Мы не выкинем, друзья. А, нет, выкинем. Блин, мне задолбалось уже на этом месте прыгать-то. Так, ребят, еще один поединочек, наверное. Че там планета зомби? Серьезно? Ты серьезно, блин? Планета зомби прям? Прям планета? Нахер с пляжа. Плохо. Плохо, друзья мои, что вот эта вот херня ему попалась. Так. Что мы здесь можем прикинуть? Что ты мне скажешь? Мы можем сделать с тобой вот так и вот так. А дальше смотреть. Хорошо. Я понял тебя. Ты на вирусах, да, ребят, сидишь? Ты сидишь плотно на вирусах. Блин, ребят, ну я не знаю даже, если честно сказать. Так, карамелька. Карамелька. Так, ну так как мы не получаем урона, ребята, мы... Ауч! Что ты делаешь, Рейд? Ну что ты делаешь? Это было глупо, ребят. Это было глупо с моей стороны. Понимаешь, они не наносят... Блин, это херня полная. Да хер полная, блин. Ну, ребят, ну что я здесь делаю? Ну, все уже. Ни хила, ни хрена, блин.
Что я могу здесь сделать, блин? Два в лицо, все, до свидания, парень. Вот, у этого. Надо было, блин, ему так вот с карты-то, блин, а? Выпала, блин, танцовщица, блин, хренова. Нахрена, блин? А кого, кого он там поставил изначально? А, он изначально поставил этого, поваренка, да? Он поставил поваренка, я поваренка стал в стебель. Вышла вот эта вот кикимора. Ну, окей. Окей. Внимательность, ребята, теряется у Рея. Координация движений нарушена уже. Уже летает Рей. Где-то хрен знает где. Раскидывай своих плешивых, раскидывай. Это не вдвоем сейчас и в братской могилке и окажутся. А мне что, блин, ландшафтами решил, блин, я не понимаю, запугать или что, я не пойму. Ну ты сейчас серьезно, что ли, я не пойму. Окей, давай дальше смотреть. Сделай так и вот так. В лицо дашь двоечку ты ему? Ты же должен бомбануть. Серьезно думаешь, что у меня хил, что ли, или что? Так, ладно. Поехали. Заклинание он сейчас применять не может, друзья мои. Не, он может применять, но... Вот так, такой есть. Сдувает. Он сдувает, ребят. Все, до свидания, парень. Добьет болгарский перец. Нет, не добьет. Не добьет. Ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Ну давай дальше смотреть.
Не, у него может быть фриз. А, уничтожает. Хорошо. Ты видишь патиссон? Видишь, вон там патиссончик появился у меня. Ну, он правильно сделал. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что бы я в этом случае бы сделал. Естественно, я поставил бы патиссон бы. Ну, хоть куда. Хоть можно было бы против висенка поставить напротив него. Против, конечно же, этого осьминога бесполезно ставить, потому что он бы пробил бы. Патиссон, да. Патиссон тут, ребят, безусловно, был бы первый. Блин, первой мишенью бы у нас. Ну вот смотри, опять колода, ребят. Вот посмотри внимательно на мою, блин, руку. 5 и 5, да? 5 и 5, ну нахрена вот это вот дано, блин, мне? Я ничего, он, если это на животных, то это мне трындец. Потому что я ничего не смогу сейчас сделать. Понимаешь? Я могу только вот так вот заморозить его, блин. И надеяться на чудо. Чуда не было. Понимаешь? Не было чуда, ребят. Здесь... Ну, можно что-то попробовать сделать. Опять же, если у него нет заморозки. Если сейчас заморозит. Ну предсказуемо, ребят. Ну предсказуемо, твою мать. Понимаешь, что это все очень предсказуемо. Непонятно. Ёпк-макарёк. Разгоняется на животное, конечно, быстро. Ну и что тут? 5 в лицо. Тьфу ты нафиг, я уже думал, что там? А что? Твою мать, я чё? Ребят, я заюзал заклинание. Я даже не знаю, как это получилось, блин. И как получилось вот это вот все, блин? Как получилось вот это все, что я заюзал? Я просто кликнул, я хотел посмотреть. Ёпа-маковка. Это была заподляночка, друзья мои. Да как так получилось-то, ну? Ну как? Да глажите, что это, господи. Достало уже... Корень меня уже, бутылка вшивая. Заколебало, блин. Блин, целая пачка чипсов. Я еще не жрал, ни хрена.
Телепорт. Ребят, я по картам проседаю, охренеть. У него телепорт есть. Что я тут могу сделать, блин? Я ни хрена не могу сделать, ребят. Если, предположим, я заморожу, и такие шансы, блин, конечно, вообще мизерные, ребят. Ну, я же говорил, мизерные шансы, блин. Уйди отсюда нахрен, а? Уйди отсюда, не нервируй меня, муля, блин. Такс, друзья мои, я сосредоточен как никогда. Если этого накажем, телепорт у него, наверное, есть, да? Сюда поставим, пробьем блок. Блин, все равно 4 в лицо не получается. Но у меня тоже блок получается, срабатывается. Угу. Сейчас он бомбанет мне в блок. Ну, я надеюсь на это, что в блок есть. Здесь мы с тобой что можем сделать? Вот этого убрать. Ну, понятно, что он сейчас заморозку поставит или еще что-нибудь в этом. Что у него там выпало? Может, удешевление? Да, удешевление. У него выпало удешевление карт. Ну, ребят, ну это дерьмище, блин, полнейшее. Он удешевил карты. Какие карты? Хрен знает, какие там у него карты. Вшивый вылез, блин, на, блин. Получи. Перемещение есть? Ну, конечно же, ребят, ну, конечно же! Ну, гад. Я вот все еще сижу сейчас и думаю. Слушай, я сижу сейчас и думаю, а мне что лучше сделать и как сделать? И я, в принципе, уже догадался, наверное, как мне лучше сделать, ребят.
Ну, раз такая вот пляска пошла. Это самый оптимальный вариант, друзья мои, был. Ой! Ой-ой-ой-ой! Блин, не то сделал. Я хотел этого поставить. Ладно, хрен с ним. Бам! На! Гребаный рандом, друзья мои. Гребаный рандом. Но 38-ю лигу они мне сейчас не дадут взять, друзья мои. Я думаю, что на сегодненько. Кстати, видишь наушники? Ой, наушники. Очки. Ты в них ничего не замечаешь? Вот, смотри. Ты в них не замечаешь, что нету, нет вот этих вот штук? Знаешь, в чем прикол? Я их нашел, я их положил на кровать. И тут я со всей дури забываю, что они на кровати. Прыгаю на эту кровать. И все мои душки отлетают к Феде ватрушки. Так что, ребят, вот теперь вот так вот я буду сидеть без душек. Такой вариант, на нос нацепил и сидишь. Да, конечно, это дебилизм полнейший. Просто. Заказываем новые. Ну это чё, ну сидеть с дерьмом, блин. Иллинойс, зараза, подвел. Подвел меня сегодня, зараза, а. Не, ну конечно, у него проект, я все понимаю. Но он меня так обломал. Думал, мы с ним собирались, знаешь, во что поиграть? Ну, Бравл Старс, это понятно, но мы собирались с ним в ДРГ поиграть. В ДРГ. А это тебе не хухры-мухры. В ДРГ, ребят. Ох, как бы мы там, наверное, повеселились бы. Ладно, не будем плохом. Все, ребятушки, вам всем большое спасибо за просмотр. Как говорится, надеюсь, понравилась моя игра. Не очень, конечно, хорошо все прошло, как я хотел. Я думал, сороковку сегодня взять. Но тем не менее, 37-й ранг мы взяли, друзья. Так что всем удачи, всем удачи. Ты будешь зацикливаться, Рэй? Давай еще раз всем удачи пожелай. В общем, всем пока.